Друзья, всем привет! В этом обзоре поговорим про игровую гарнитуру компании Red Dragon, называется Serien 2. Компания DVPlay предоставила любезно нам этот гаджет, и ссылочку на их интернет-магазин вы найдете внизу под этим видео. Там будет как раз ссылка именно на вот такой замечательный бокс, в котором находятся такие замечательные наушники, да? Итак, приступим к обзору. Коробка довольно внушительная. Эта гарнитура, она настоящая геймерская, 7.1, виртуальная разбивка по звуку. Что здесь есть еще? Уже современная упаковка, то есть часть гаджета мы видим, не вскрывая бокс сам, это большой плюс. Вы можете оценить, ну, нравится вам или не нравится такой корпус, скажем так. Я про характеристики сейчас не рассказываю. На русском языке информация ищем, нашли. Игровая гарнитура улучшенная, виртуальный 7.1 объемный звук с вибрацией. Вибрация, про нее поговорим отдельно. Есть картиночки, все, что надо, есть. Открываем. Открываем наш бокс. Картон хороший, крепкий. И это тоже одна из характеристик, скажем так, любого гаджета. Так, чуть-чуть у меня тут что-то рассыпалось. Давайте вот так вот все вытащу. Угу. Здесь пусто все. Убираю. Есть макулатура, есть какая. Так, вот здесь она вот так должно было быть. Вставляться, да. Но я, наверное, потянул, и она вылетела. А так получается, гаджет вот так вот встает, где вот концевая сторона, ну и как в домике, все отлично. Пока они так стоят, смотрим, что у нас есть здесь из документации. Инструкция на русском, английском, испанском, какие указаны были языки. Кратко, гарантийный талон, гарантия 12 месяцев. Смотрим, заходим по ссылочке, есть официальный сайт. Я, наверное, оставлю, да, сайт официальный. Ну, либо зайдете через DVPlay. По гарантию там все написано. Дальше открываем, достаем сами наушники, либо гарнитуру, как ее называем. Достаем аккуратно кабель, лишнее убираем. Довольно внушительного размера. Весят они, ну, грамм, наверное, 100, может, чуть больше. У меня информации нету. Здесь есть маркировка кабеля, зачем она, я не знаю. Колпачок на USB. Видим, что серебро, назову я его, не позолоченный. Это небольшой минус. Но когда есть позолоченный, есть о чем сказать, что специально, смотрите, позолоченный. Проволока. Это первый гаджет, который у меня в обзорах попался именно этой фирмы, где нету вот такого хлястика на липучке, да? Проволока, ну, небольшой, ну, минус. Как называется, ферритовый шумодав. Кабель про, ну, в тканевой оплетке. Смотрите, как он сделан, все замечательно, это есть плюс. Длина кабеля, как написано, 2 метра. Я сейчас проверю и скажу вам, есть тут 2 метра или нет. Есть 2 метра, наверное, ровно. Что мы видим? Еще есть большой плюс. То, что есть на самом шнуре управление. Управление звуком. Вот так вот колесико крутится. И управление так называемым, ну не сам буфером, а он вибрация здесь называется. И кнопка – это выключение микрофона. Включение-выключение. Ну, сейчас мы подсоединим к тестовому компьютеру и все увидим. Амбрашюры сделаны, они полностью должны закрывать ухо. Сейчас я попробую надеть их. Да, здесь, наверное, 5 сантиметров, но чашка сама поменьше. Но у меня, как ни странно, ухо туда влезло. По поводу дуги.
Видите, железные такие две планочки, которые, грубо говоря, не напрягая, держат на вашей голове именно эти наушники, не сильно давят. И саморегулирующий вот такой вот тоже мягкий, это оголовье второе, да, дополнительное, которое, ну, более комфортное пребывание наушников у вас на голове. То есть, грубо говоря, получается несколько часов вы можете просидеть и не заметив, что у вас на голове что-то есть. Ну, надо, наверное, не с первого раза это получится. Также здесь, видите, написано Red Dragon. И что еще? Это Corsair, ну, довольно мягкий. Там видим сами динамики, пластмасска. Здесь подсветочка. Сейчас мы включим микрофон. Микрофон направленный, и он, видите, как сделан без всякой дуги, которая загибается, выгибается, опускается, поднимается. Небольшой, ну и как бы удобно слушать и музыку, и фильмы смотреть. И если что, включите нажатием этой кнопки микрофон, можете всегда поговорить. Давайте подсоединим к нашему тестовому компьютеру и посмотрим, что у него за подсветка. Подсветка у него вот такая. И она, по-моему, никак не меняется. Или меняется? Нет, не меняется. Настройки драйверов, все происходит автоматически. Кстати, на сайт зайдете, и там есть именно для этих наушников, я заходил, смотрел, есть драйвера на виртуальный 7.1. Это объемное звучание. По поводу громкости звука. Сюда крутим, увеличиваем, сюда крутим, уменьшаем звук. По поводу вибрации, да, здесь так vibration и написано. Также увеличиваем и уменьшаем. Сразу скажу, что вибрация хорошо слышна на практически максимальных, ну, не оборотах, а на максимальном звуке. Чем громче, тем лучше слышно. Когда у вас красная включена кнопочка, это микрофон работает. Когда синяя, микрофон не работает. Да? Вот я включил, у меня сразу там драйвера определили, что у меня, оказывается, еще есть микрофон. Так что все это удобно и комфортно. Не надо вам искать в ночи где-то выключатель на компьютере, нажимать. Особенно это удобно, если вы в игровую приставку играете, либо вообще слушаете музыку или смотрите фильм. Ну, единственное, микрофон не совсем часто вы пользуетесь, включаете-выключаете, но, по крайней мере, все под рукой. А с точки зрения звука, тише, громче, либо эффекты добавить. Ну, есть над чем потренироваться, скажу вам честно. Так, вот он у меня чуть-чуть запутан. Здесь я не пойму, как он лучше. Он громоздкий такой. Мне понравились наушники. С точки зрения, они по мне сидят очень комфортно на мне. Уши мои все внутри в амбрашюрах. Звук. Давайте что-нибудь включу я сейчас. Я подсоединил YouTube, и давайте чуть-чуть послушаем. Это Rolling Stones, и здесь получается, я не знаю, как вам будет слышно. Вот я сейчас сам буфер включил, они стали низкие, как будто добавились. А здесь вот сейчас я выключил на минимум, то есть на максимум, на минимум. Чувствуете, да, разницу? Ну, это максимальный звук, наушника громко, конечно, а так не очень. Это работает на микрофон. Довольно комфортно, слышно все. И я думаю, это будет, ну, скажу честно, наверное, за
2400 они стоят. Цена не совсем дешевая, но не забывайте, что это гарнитура с отличными прибамбасами и 7.1 звук. И вот именно вот эта вибрация, она не то что подкупает, она более-менее понятно, за что такие деньги. Хотя деньги, я бы не сказал, что очень-то и большие. Все, конечно, в сравнении. Очень удобно, очень качественно сделано и оголовье, и амбрашюры. И вообще все сделано довольно на уровне. И я ставлю ей, наверное, 4 с плюсом. Пятерку ставить, это когда она бы стоила 1500 рублей, я бы точно поставил бы 5 с плюсом. А так, пятерки ближе. Видим, что отлично она на болтах все собрана. Качество мне нравится, качество звучания тоже подходит. Относительно с чем сравнивать? Если с Sennheiser'ом, конечно, сравнивать у меня есть вот беспроводные дома. Правда, аккумулятор уже там не работает, но те и стоят, извините, там больше 10 тысяч. Так, по характеристикам, тут характеристики от 20 до 20 тысяч наушники, микрофон вообще стандарт. Я думаю, что это вполне. Мне очень понравились они и, наверное, рекомендую. Так что, вот такой вот обзорчик. Кому понравился, ставьте лайк. У кого остались вопросы, замечания, либо дополнения, пожалуйста, внизу в комментариях, как обычно, попрошу я, пишите. Особенно те, у кого есть такие уже головные приборы, я уже гарнитуру игровую, которая наушники еще называют, и все будут рады почитать. Кому понравилось, ставьте лайк, а я с вами прощаюсь, и до новой встречи, пока!